Жуткая история в Шатковском районе. Там 53-летний дедушка 3 года подряд насиловал свою внучку. Началось все, когда ребенку было 9 лет. Дедушка, он ей не родной, его сын был отчимом девочки. Но и родные, и знакомые были убеждены, что пенсионер общается с ней, как с родной внучкой. Постоянно эта девочка крутилась возле него, как возле дедушки. Как бы, ну, ничего такого. Никто не мог подумать. Ну, ему 50 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. А девочке 12-13 лет. Она жила со своей мамой, с бабушкой. Он жил со своей женой. Да он общался. Он как... Мы думали, как дедушка. Он ведь приходил, в карты с ней играл, все. Туда она к ним ходила. Было такое, что он ей даже ночами звонил. СМС-ки писал, я тебя люблю. Это ну, не придавали значения. Ну, я тебя люблю, может, ну, мало ли, я тоже маме своей пишу иногда, я тебя люблю. Жена его уже давно все знает. Они таскали ее, эту девочку, сами в квартиру ему, чтобы их он не избил, там, не выгнал из дома. Слышали, как он кричал то, что я сплю вот с этой девочкой, я ее люблю. Это не на показ это все, это горе, понимаете? И закройте мою дверь, все. В ходе следствия установлено, что подозреваемый в период с марта 2012 года по апрель 2015 года совершал половые сношения с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Это человеку 53 года. Это до чего надо додуматься, чтобы вот так вот все делать? Что сколько лет не работают, пьют, когда есть возможность. Ну, вот вам вывод. А когда часто пьешь уже... Ку-ку происходит с организмом. Вас обвиняют в совершении насилия над своей несовершеннолетней внучкой. Зачем вы это сделали? Я думаю, что такие дела просто, я не знаю, либо пожизненные давать, либо терзать таких людей, что над детьми издеваются. Вдруг ему сейчас захотелось, потом ему, мою сестру захочется. Вот я поражаюсь над таким человеком. В общем, суда 53-летний подозреваемый будет дожидаться под стражей. Что касается пострадавшего ребенка, то сейчас девочка проходит реабилитацию с психологом.